Лиса! Я знаю, что ты здесь. Тебе бесполезно прятаться. Просто дай мне свое наследство, и я оставлю тебя в покое. Я не верю, что наш отец мог завещать все свое состояние именно тебе. У тебя нет выбора. Или ты сдаешься мне по-хорошему, или сдавайся по-плохому. Последняя воля нашего отца, чтобы все его наследство досталось мне. Во-вторых, ты мог просто со мной дружить, и ничего бы этого не было бы. Но ты решил, что ты вправе менять волю покойного отца. Ну а в-третьих, не брат ты мне вовсе!